инновации, особенности развития текстильного рынка. Чтобы оставаться конкурентоспособным, Тиротекс расширяет ассортиментную линейку товара. Это ткани из натурального хлопка со специальными пропитками и отделками. Первые партии в Европу начнут отправлять уже в октябре. Суть этих тканей в том, что, во-первых, они сделаны по традиции из 100% хлопка, то есть они уже гипоаллергенны. А наличие вот этих специальных продуктов в отделке ткани придает тканям дополнительный оздоравливающий эффект. Производство нового ассортимента – это сложный процесс. Несколько месяцев Тиротекс разрабатывал уникальные технологии производства. Затем специалисты проверяли, изучали, выбирали лучшие образцы. И только потом ткани прошли испытания в европейской лаборатории на соответствие высоким стандартам качества. Теперь масштабное производство под контролем оборудования из Германии. Это гордость Тиротекса. Уникальная линия заключительной отделки. Здесь уже готовая ткань обретает свои неповторимые свойства и фактуру. Благодаря этому оборудованию отделочного производства Тиротекс может производить различные медицинские ткани с использованием антибактериальных, оздоровительных пропиток, которые произведены в Германии и Великобритании. Эффективность этих пропиток и составов доказана во всех европейских институтах, в том числе и в институте Хохенштайн. Хохенштайн – старейший в Европе институт проверки качества текстиля, лидер в области инноваций. Независимая лаборатория Хохенштайн подтвердила, что даже после многократных стирок отделки на тканях Тиротекса сохраняют свои свойства. В арсенале Тиротекса есть антибактериальные отделки с использованием ионов серебра. Они обладают бактериостатическими действиями, препятствуют росту микроорганизмов и бактерий. Благодаря распределению ионов серебра на ткани достигается очень долговременный бактериологический эффект. Еще одна антибактериальная отделка с цинком, противогрибковая, уникальный состав, защищает ткань от вредных микробов и обесцвечивания. Одна из оздоровительных пропиток называется ранозаживляющая. Она содержит экстракт алоэ вера, который обладает противовоспалительным и ранозаживляющим действием. Вот здесь материал буквально пропитывают полезными веществами, обрабатывают смягчителем с протеином шелка. Он придает ткани мягкость, гладкость и скользящую фактуру. Положительно влияет и на кожу. Мультивитаминная пропитка. Она содержит вытяжки растений зеленого чая, алоэ вера, ромашки, витамин Е, хлопковое масло. Так ли эффективны мультивитамины и антибактериальные отделки Тиротекса, как говорят на фабрике? Действительно ли они полезны? Образцы тканей мы решили показать тем, для кого их создают – врачам. Здравствуйте! Аллерголог Инна Григорощук в первую очередь обращает внимание, что ткань из 100% хлопка. Натуральный хлопок для большинства людей абсолютно безопасен в использовании, не представляет никакой опасности для организма. Антибактериальные компоненты в тканях давно доказали свою эффективность. Серебро и цинк убивают стрептококки, полевых клещей, грибки. Перитон цинка обладает противовоспалительным, противоаллергическим, антибактериальным и противогрибковым действием. То есть это особенно актуально для пациентов, страдающими кожными заболеваниями, аллергией, атопическим дерматитом, псориазом. Никакого вреда отделки с протеинами шелка, витамином Е, алоэ не нанесут. Наоборот, это антиоксиданты. Считается, что антиоксиданты выводят из организма свободные радикалы, токсины и увлажняют кожу. И все-таки сейчас, как никогда, актуальны именно антибактериальные свойства инновационных тканей. Это было бы в перспективе очень хорошо использовать в изготовлении постельного белья в больницах, стационарах, одежду для пациентов, спецодежду для медработников. Вы бы хотели, да, вот, чтобы такая была? Конечно. Для этого Тиротекс и применяет отделки. В планах расширить линейку продукции и выпускать полезный текстиль и для дома. Мы также считаем, что вот эти инновации, они применимы и в сфере домашнего текстиля. То есть, ну, в части изделий для сна. Инновационные ткани уже выбирают крупные европейские госпитали и медицинские институты. Наши медики пока присматриваются, ну а домашний текстиль с протеинами шелка, антибактериальной и мультивитаминной отделкой можно будет купить в фирменных магазинах Тиротекса. Альбом Чернявская, Александр Зелинский, «Отражение».